Во вторник, 10 августа, 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Федоровне Седовой. С юбилеем ее поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он позвонил Анне Федоровне и поблагодарил ее за вклад в победу. Хочу сказать вам слова искренней благодарности за то, что вы сделали для страны, для защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вы были активным участником трудового фронта, копали окопы, добывали торф, обратился к Анне Федоровне Игорь Руденя. Ваше поколение не только победило немецко-фашистских захватчиков, но и воспитало нас, уже следующее поколение. Хотел еще раз вам выразить слова благодарности. Пожелать всего самого хорошего и спросить как настроение, как себя чувствуете? Держусь! Молодцы! Всего доброго и с днем рождения, с юбилеем! Спасибо большое! Спасибо. И вам всего хорошего! Спасибо, всего доброго!